Медицинские работники и тренеры, нарушившие антидопинговые правила, должны быть привлечены к ответственности. Такое поручение министру физической культуры и спорта дал глава Чувашии. Как показала проверка рабочей группы, никто из спортсменов не принимал запрещенных препаратов. Были, к сожалению, нарушены техника применения восстановительных средств, то есть превышена доза. Но, к сожалению, это является тоже нарушением. То, что все, что находится в организме спортсмена, тоже нарушение является. Все спортсмены, которые обозначены, они будут сопровождаться до всех судебных процедур вот этой комиссии. Последняя информация, то, что письмо от этой рабочей комиссии было направлено в адрес РУСАДА. И сегодня, после обеда, 21 числа, мы получим конкретную информацию, когда будут эти дела рассматриваться. Ушел заведующий поликлиникой. Часть врачей отстранены от работы со спортсменами.